їдемо на море, щоб відпочити та оздоровитися. Здавалося б, плати гроші і будь спокійний за свій комфорт та здоров'я. Але чи насправді безпечно відпочивати на морі? Итак, мы на пляже железного порта, курорта. А что хотелось бы показать? Ну, 8 утра. Вы, наверное, наблюдаете спасатели на вышке, да? Спасательные жилеты. Вы думаете, может, он в воде? Плавсредства тоже нет. Напоминаю, что 2 дня назад здесь утонула девочка. После трагедии в железном порту хотелось проверить, как работают спасатели. Все-таки утонула девочка, и мы понимаем, что приехали проверки, все должно исправиться. Наш эксперт Максим Несміянов побывал на море и привез нам трохи видеовражень и массу цінних порад. Так, без 15:09 спасатель приехал на рабочее место. Но это не основная проблема. Вот эта часть пляжа, и вот здесь спасательный пункт. Он пустой. Як бачимо, люди є не лише на узбережжі, але й у воді. А рятувальників немає. Ті, які з'явилися на території бази відпочинку, до свого рятувального пункту не поспішають. 8:43. И вроде бы спасатели едут на рабочее место. Блин, это не спасатели. Не, спасатель. Нет. То есть мы видим, что бизнес выходит на работу, а спасатели, которые должны следить за безопасностью людей, как всегда, отсутствуют. Плавсредств нет. Вот еще одно. Один пункт спасательный. Пустой сверху, и в воде никого нет. На жаль, на базах відпочинку не завжди можна розраховувати, що про ваше життя потурбується персонал. Навіть якщо протягом дня ви все ж таки знайдете рятувальника, це ще не гарантія, що він виявиться професіоналом. І далеко не у кожного справжнього рятувальника є рятувальні засоби. Я увидел, что при устном контакте, я понимаю, что спасатель не совсем спасатель. Он зазывал, который зовет других туристов, чтобы они сели на банан, на плюшку, на бетон, на какие-то развлекательные аттракционы и уехали в море. Основная проблема при этом, что они используют спасательные транспортные средства. А когда настанет момент, что кто-то тонет, у них ничего под рукой не окажется. К сожалению, на море никто выводов не сделал. Поэтому будьте осторожны и внимательны. Рассчитывать можно только на себя. Следите за детьми. Як ви розумієте, на базах відпочинку небезпека підстерігає вас не лише на воді. Крім звичайного купання у морі, відпочиваючі, особливо з дітьми, люблять атракціони і всі можливі розваги. Тут теж потрібно бути пильними. Отдельно хотелось бы уделить внимание аттракционам, особенно детским. К сожалению, то, что я увидел в том же железном порту, аттракционы есть, но они списаны однозначно. Также они не соответствуют правилам безопасности. Для того, щоб оцінити безпеку розважальних атракціонів, вам не потрібно бути експертом. Достатньо бути просто уважним. Приміром, ви садите свого ребенка на какой-то аттракцион, машинку, но там нету прибора фиксации. К примеру, если произойдет какой-то сбой в механике, резкая подача вперед-назад, ребенок может просто упасть, вылететь, то есть нанести себе телесные повреждения. Почему? Потому что нет прибора фиксации. Атракціони у такому вигляді не повинні знаходитися на базах відпочинку або у парках розваг. Але вони, на жаль, є. То, що я побачив, це просто атракціони, які стоять в полі, без огнетушителів, без кваліфікованого персоналу, питань мільйон. Навіть якщо ви бачите, що всі навкруги катаються, але при цьому атракціони не вселяють довіри, є несправні частини або не вистачає захисних механізмів, не ризикуйте. Перевіряйте атракціони власноруч до того, як посадите туди дитину.